Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, задание, которое мы сделали, забираем. Так, еду. Я открыл карточки. Так, монеты. Собрать моды. Быстренько перейдем, соберем с тобой моды. Так уж и быть, первый у нас пойдет за еду. Давай, Чарли, показывай, что ты мне тут приготовил хорошего. Так, Альфа, увеличивает показатель атаки всех союзных существ на соточку. Вот это хороший мод. Это мне нравится. Ну и давай, наверное, еще за еду. Так, покормили типа. Хотелось бы, конечно, получить пак редких модов. Это было бы вообще шикарно. Но нам опять выпадает Альфа. Ну что, задание выполнили. Так, забираем награду. Принять PvP участие, использовать 3 ускорения. И опять же кенозойская эра. Это все мы с тобой сделаем. Но вначале надо посмотреть, какие у нас доступны здесь режимы. Заходим в события и смотрим. Птерозавры 1, минимум модов 1. Так, это что у нас получается? Опа. Птерозавры против птерозавров или как? Или я могу взять кого угодно? Нет, наверное, чисто птерозаврами. А как я здесь буду, ребята, драться? Вот скажи мне на милость. Как мне здесь с ними драться, если... Я офигею, ты посмотри. 430 к атаке. Если у меня всего лишь 3 их. Ну, проверим. Ага. А, как минимум 1? Так, погоди секунду. Или это как минимум 1? Сейчас, например, я поставлю... Ну, вот так вот сделаем. Предположим, да? И плюс, ко всему прочему, я возьму вот так и вот так. Моды. Что у него там за мод? Дает очко действия за каждое павшее существо в команде. Слушай, я тогда знаешь, что сделаю? Копирует показатели атаки и здоровья противника. Нет, это какая-то фигня. Может быть, нам сделать превосходство? Увеличит бонус к показателю атаки. Преимущество от класса от 50 до 150%. Это фигня. Пронзающий укус. Даже если атака вашего существа заблокирована, она наносит на 40% урона. Берсерк. Повышает показатель атаки 40 и снижает... Нет, это фигня. Это не то. Единство. Повышает показатель так на 10%. Ну, давай сделаем единство, так уж и быть. Погоди, ты куда это мне его убрал? На место его поставь. Да что ты? Мне же нужно мод воткнуть. Погоди, я не могу понять, почему я не могу... Ну-ка, посмотрим. Смотри-ка, запустили меня в игру. То есть мод я мог только на... Понятно. А на остальных ставить нельзя. Ой-ой-ой-ой, что сейчас будет, друзья мои? Даже представить тяжело. Так, ну я, наверное, поменяю все-таки, да? Ага. Будет атаковать, интересно, или нет? Будет. Атакует. Так, ну что мы с тобой можем сделать? Так и вот так. Давай, атакует еще раз. Так, ну я думаю, что, наверное, пора с ним заканчивать, да? Мы сможем его пробить? Сейчас проверим. Если... хватит, нет? Хватило. Так, выходит следующий. Это Птеродон мод 2. Оу, сейчас нам будет не сладко. 2 атаки он потратит. Две атаки он потратит. И у него остается сколько? 2. Блин, как нам тут быть-то? Давай сделаем с тобой следующим образом. Раз. Два. Раз, два. Вот так вот. Угу, он взял всего лишь одну броню. Как думаешь, будет полностью тратить он все или нет? Блин, вот ублюдок, а ты прикинь. Чепушило несчастный.
Ну вот что вот мне теперь, как мне его тут пробивать? Давай попробуем как-нибудь. Да, а вот с этим-то что будем делать? Скажи-ка мне на милость. У которого дохренище просто здоровье. Опа. Че, мы приплыли, получается? Он пятерочку-то влепит сейчас, наверное, да? Так точно. Да, неудачно, конечно, я тебе скажу. И моды я взял паршивые. Будем честны, моды взял вообще самые ушлепские, к тому же не на всю команду. Так, а что у нас тут еще? А, дрожь земли. В плане. И тут дрожь земли. С чего вдруг? Две-то. А здесь у нас обычные. Схватка редких. Ну, давай схватку редких пройдем, что ли. Так, тенгозавр. Это у нас... Ну, я могу вот, наверное, взять майюнгозавра. Против этих мы возьмем... Нет, пеликанимим здесь не подходит. Давай бронитозавра возьмем. Да его, наверное, в принципе, одного здесь и хватит. Да? Бронитозавра. И возьму тогда сюда еще... Тропиогната. Поехали. Ну что, сразу, наверное, будем атаку делать. Окей. Бонус для второго игрока. Ну что ты там со своим бонусом сделаешь-то? Атакует. Оу. Вот это было борзо с твоей стороны, парнишка, я тебе скажу. Борзотень ты устроил, однако, на. Полежи маленько и подумай своим поведением. Колоборинг. 53 атаки. Ничегошеньки он не стал делать, как ни странно. Ну что я тогда могу сделать? Все в атаку, ребята. Пока. Колоборинг отдупляется и появляется Аланочка. Аланка начинает тут прыгать, скакать на радостях. Ну, она мне, конечно, майюнгозавра сейчас зашатает. Но у нас есть бронитозавр, который выйдет. А, не бронитозавр, а бонитозавр. Вот так вот будет правильно. Попробуем. Ну и все. Отдыхай, Аланка. А мы с тобой получили первую победу. Нужно будет еще... Три. Но, к сожалению, у нас с тобой там заканчиваются драконы. Да чтоб тебя будет. Да разорвал это. Опять код 19. Ладно, не будем пока на это внимание обращать. Так, у меня хищников-то маловато, если честно. А тут, видишь, трицератопс вышел. Хм. А давай я так вот сделаю. Так, пеликанимим. Блин, тут тоже нужен... О, ютараптор еще у меня есть, оказывается, здесь. Ютараптор. И возьму, наверное, Лимносцелиса. А почему бы и нет? Мне просто интересно знать, смогу ли я здесь победить или нет. Давай вот так вот сделаем. Будем с тобой Лимносцелисом драться здесь. А он меняет. Ах ты жук, ты несчастный. Ты посмотри, что он делает. Блин, а у меня... Ну что, попробуем ей 27. 27 это мало. Это очень мало. Я его даже пробить не успею. 34. Короче, давай сделаем с тобой следующим образом. Вот так вот. Пускай у нас ютараптор погибает. Так уж и быть. А он все слил. О-о-о. Тогда тебе карантарики должны быть, по идее, да? 34. Смотрим. Так, 147 хп у него. Вот так вот. И вот так сделаем.
Так, минус Аланка. Пеликанимим выходит у нас. Так, не забывай, что мы с тобой сделали одну защиту. И он ничего не стал делать. Очень интересно, ребята. Очень интересно. Неужели... Да, ему крышка? Ну и выходит Трицератопс. Наверное, сейчас он, конечно, забомбит мне Лимносцелиса. 4, да? Да, вырубает. 2 у него в запасе. 2 у него в запасе. Давай я вот так сделаю, на всякий случай. Что он будет делать? Окей. Блин, неужели он все потом в этот? Я, короче, рискую, ребят. 35 до 35, ну-ка посмотрим. Есть! Прикинь, он хотел все в бонусные очки, ребята, втюхать. Я боялся, что он поставит броню. Но, видишь, я не ошибся. Фу, повезло, прям отлегло. Такой слабой армии и победил их. Это дорогого стоит. Так, ну что, погнали дальше. Что у нас тут? Тропиогнат. Ну, здесь мы возьмем Трицератопса. Здесь мы возьмем еще Тропиогнатика. И вот здесь... Блин, а кого здесь? Блин, ну кого бы взять-то, а? Может, Маюнгозавра взять против Бонитозавра, а? Хищник, ну тут только Гуанлунь, но я хочу его оставить на последний поединок. Вот в чем дело. Я хочу оставить его на последний поединок. Ладно, я, короче... возьму Юторатора. Фиг с ним, пускай. Рискую, короче. Ну что, здесь сделаем удар первыми. Отлично. Так сказать, поставили его на место. Он сразу... О, ошарашен такой. А что произошло? Что, где, когда... Будет менять, конечно же, менять. Бонитозавра он берет. Ну, а нам тут лучше взять, конечно, Юторатора. И сделать, знаешь что, вот так. Ой, не то, ну ладно, фиг с ним. Пускай будет бонус. Меняет. Меняет, да? Так, ну что, выходим. И все, наверное, сливаем. Поехали. Все, на слив, да, ребята. Лимносцелис, иди прочь. Выходит Бонитозавр. Ну, конечно, против Летуната он тут босс. 3 атаки нужно ему потратить. Одно бонусное очко у него остается, да? Да, остается. А мы пока с тобой попробуем Юторатором по полной вкачать его. Слушай, ништяк. Тропиогнатик вылетает. Ему нужно потратить 2 атаки. У него 5. 5 очков. 2 атаки, наверное, сделает он. Да, сделает. И 3 у него остается, так? 3 у него остается. Что будем делать, ребят? Я предлагаю сделать вот так. Угу, защитился. Чует, да, что жареным-то пахнет. Все, ему крышка. Ребята, ему крышка. Сейчас у нас будет 6 очков. Естественно, мы с тобой все это в атаку. И ушоркиваем с тобой этого тропиогната. Как-то так. Последний поединок у нас с тобой здесь остается. Я думаю, что мы не подкачаем. Угу. Так, давай. Значит, здесь я возьму Гуанлун. Сюда я возьму... А кого сюда возьму? Колоборинха и... Ну,
давай возьмем аргентинозавра. Какая разница нам, да? Ну что? Сразу, наверное, атакуем. Он, конечно же, возьмет кулазуху. Это понятно, ее поменяет сейчас. Сразу же испугается, возьмет кулазуха. А, диплокаус, ё-моё, чуть я попутал совсем. Еще и так прописывает. Зря ты это сделал. Ой, зря ты это сделал, парнишка. Я вот так вот сделаю. Я знаю, сейчас он будет брать кого-то из травяных. Пеликанимим, например. Еще и атаку прописывает. Ну я-то для чего взял бонус, ребята? Для того, чтобы всех наказывать, понимаешь? Всех. А это делается вот так. Опа. И он сразу и присел. Понимаешь, просто сразу присел просто-напросто. Сейчас Тодзиангозавр выходит. Естественно, он будет менять на этого. Вот. Ну и из двух атак нет, не сможет он меня уничтожить. Ну и мы с вами продолжаем. Берем вот так вот. Сейчас объясню зачем. И сливаем все в бонус. Все, он немножко опешил. Он немножко опешил, потому что не знает, что ему сделать. А я тебе скажу, что тебе делать. Погибать. Просто погибать. Такой ты дыш. Там землетрясение, ё-моё, сделал целое, настоящее. Все, диплокаус отдыхает. Ну что, Тодзи? По-моему, тебе тоже крышка, парень. Вырубит? Вырубит. Это последнее, что он сделал в своей жизни. Ну, а мы с тобой его добиваем. Поехали. Пилотируем, все. Как будто бы здесь его и не было, этого Тодзи. Ну что, теперь получаем награды, крутим рулетку. Или что тут у нас? Рулетка, скорее всего, будет. Колесо призов. И выпадает нам Тодзиангозавр. Закрываем это дело. Главная награда лиги. Понятно. Так, мы хотели с тобой что? Посмотреть, что у нас тут. Это что у нас? Велоцираптор, верно? Верно. Так, велоцираптор. Что мы хотели с тобой сделать? Прокачать его до 40 уровня, верно? Верно. Активировать инкубатор. Зачем нам пока его активировать? Мы сейчас посмотрим, там, по-моему, можно и так забрать, да? Или нельзя? Где у нас инкубатор здесь? Вот он. Забрать. Тирана, титан. Вот, смотри, тирана, титана тоже можем. Опа. Чего? А, не хватает. Не хватает у нас с тобой бакинских. Слушай, подожди-ка, а почему занято? Тут у нас кто-то сидит, что ли? Точно. Все, ребята, забираем. Алангозавр. Значок собрат. Это хорошо, что значок собрат. Так, забираем с тобой еще пахицефалозавра. Поместить. Нормуль. Так, значок, говорят, собран. Давай посмотрим, что за значок у нас. Забрать. Опа. Действительно, значок собрат. Подожди-ка, давай-ка мы... Как поменять-то мне значок? Изменить. Изменить цвет голограммы. Нет, не цвет голограммы. Вот. Вот так-то оно будет посимпатичный, да? И прокачиваем с тобой алангозавра до 40 уровня. Все. Это максимальный уровень, который может пока у него быть.
Ну что, у нас с тобой освободилась ячеечка, да? Значит, мы с тобой идем на прокачку. Где у нас велоцираптор? Скажи-ка мне на милость. Или кого нам с тобой прокачать? Оу, тут этих еще можно. Так, диплотатор. А слушай, диплотатор тоже, наверное, нам надо качнуть. Пускай-ка он идет и качается у нас. Диплотатор этот. Так, а мы с тобой здесь забираем награду. Код. Отправляем Оуэна. И продолжаем с тобой баталии. Битва, дрожь земли. Блин, стоит ли нам сюда? Ну тут награды, награды, посмотри, какие шикарные, а? Смотри. Согласись. Тираннозавр, блин. Ну как его пройти? Это событие, вот в чем проблема-то. Как пройти? Особенно вот этого ханурика. Ну вот как ты его завалишь? У них еще моды увеличивают урон на 15%. Увеличивает запас ОЗ всех существ в команде. О, видишь, какие у него там прибамбасы, так скажем. Или все-таки пойдем просто на за битву вот здесь вот. Правила турнира. На некоторых турнирах действуют особые правила. Что за правила там? Что за правила, я не могу понять. Так, давай для начала, наверное, возьмем с собой простеньких, да, кого-нибудь. Возьмем, наверное, Джетс, Скалозавр. И возьмем вот так вот. Так, секунду, что тут? С модами, что ли, блин? Блин, ну с модами, ребят, я не хочу. Нафига? Так, юрский класс, редкость, минимум. Моды обязательно. Гибриды разрешены. Так, подожди, а может быть мы не в ту с тобой зашли? Тут же их две. Все, я понял, вот. Вот она обычная, ёк-макарёк. Да с модами, а мне надо без модов. Я хочу обычную. Так, поехали. Велоцираптор берем. Пастазуха. И, наверное, вот так вот. Поехали. Чуть-чуть здесь повеселимся маленько, да? Ну, давай, не жмись. Кто там у нас? Выходи, подлый трус. Так, у него там очень много рептилий. Две штуки. Ну и что тут скажешь? Сразу вырубаем. Колоборинг. Стегоцефал. Ну он понял уже, да, что он попал по полной программе. Здесь бесполезно тебе, парень, драться. Такой же рабас, ё-моё. Угу. Поехали. Давай следующего своего лимносцелиса сюда вызывай. Посмотрим, на что он способен. Ну давай, давай уже там, бомби. У кого-то праздник, что ли? Салютуют там, смотрю, на улице. Все, ребята. Ничегошеньки он не успел предпринять. И поэтому мы с тобой его забомбили. Я не знаю, что он там хотел сделать. Хоть бы защиту поставил бы, что ли. Так, ну что, кубки. Из детенышей мы переходим сюда в добычу. Отлично. И крутим колесо. И здесь нам эть. Нет, чтобы пак дают, блин, фигню какую-то. Ладно, погнали дальше. Пока все легко, да? Мы перешли с тобой из детенышей в добычу. Значит, я возьму, наверное, здесь следующим астафрикозавра, скалозавра и джетса. Смотрим, что нам здесь выпадет за противник.
Эдуарду, ё-моё. Очень хорошо, кстати, выпадает. Прямо вот под стать. Сейчас мы сразу же хоба. Минус один, потом хоба, минус два. И пойдет, поедет. Как по накатанной. Так. А вот с этим вот будет сложновато. Пеликанимим. Ну что, давай. Я жду ответочки. Ну что ты там танцуешь? Давай, давай. Меняет. Хорошо, поменял. Ты поменял. И думаешь, что ты в безопасности? Я сделаю хитрый ход конем. Я сделаю вот так. И вот так. Посмотрим, что ты будешь делать. Это называется приманка. Угу. Начинает елозить. Я понял. Начинает елозить. Если он сейчас ничего не делает, я его уничтожаю. Вот и все. Как скажешь. Пошел прочь отсюда. Ну что, голубчик, давай посмотрим, кто кого. Надо же. Ну а теперь лови сюрприз, так сказать. Посмертный. Все, ребят, я же говорил, это приманка-ловушка. Специально взял ненужного для меня динозавра. Напичкал его, естественно, бонусами. Его уничтожили, и бонусы перешли к следующему динозавру. Вот и все. И мы с тобой уже выжившие. Отлично. Так, давай крутить. Понятно. Монеточки. Едем далее. Так, ну если мы уже на выживших, тут уже будет противничек, по-моему, посерьезнее. Поэтому начну с Кетсы. Кетса возьмем с тобой, наверное, топижарочку и капразуха. Нету у меня здесь, как ты видишь, ни одного хищника. Надеюсь, он травоядных не возьмет. Нет, он все-таки взял скалозавра, ребята. Он взял скалозавра, это фигово. Так, ну тут понятно, да? Сейчас делаем вот так вот. Почти полностью ему выносим все хп. Он будет брать скалозавра. И вот здесь начинается у меня проблема. Проблема заключается в том, что мне придется брать капразуха. И вот как-то... как-то играть им. Как-то выносить этого скалозавра. Он возьмет сейчас летуна, верно? Возьмет летуна, гаденыш. Нет. Ох ты какой. Ты посмотри, какой жадный, а. Ты посмотри, какой ты жадный, а. Иди отсюда. Рамфоринг. Ну что, парень, тебе придется потратить все свои три атаки против меня, чтобы ушатать. Он так и делает. Так, топижара, ты готов? Топижара всегда готов, да? Сколько тебе нужно? Две? Да, этого будет достаточно. И вот так вот. Ну что, Рамфоринг, иди отсюда. Тебя сюда никто не звал. Ну, а сам понимаешь, стегоцефал здесь вообще, ребята... попал по полной программе. Ничего нам здесь не сделает. Ну и чё? Все? А теперь лови ответную плюшку. Топижара. Красавчик. И вот так вот будет с каждым.
Победа, ребят, победа. Двигаемся дальше. Опять там кто-то сбежал. Так. 54-я позиция. Угу. 20 долларов, отлично, спасибо. Денежка нам всегда нужна. Так, ну что, мы продолжаем поединки. Беру пастазуха. Нет, я возьму, наверное, не пастазуха, а кулазуха, скорее всего, надо будет брать. Да. Берем с тобой кулазуха, афиакадуна и унайзавра. Вот так вот. Смотрим, кто против нас. Так, у него есть летун. Блин, летун это плохо, ребята. Летун это плохо. Против летуна только лишь один у меня здесь способен наказать. Я даже не знаю. Блин, ну слишком мощно. Давай так вот сделаем. Если он будет менять, это хорошо. Гацигарипторикс. Вот как чувачка этого звать. Меняет. Окей. Гигантозавр. Ну что, я, наверное, делаю вот так, ребят. И вот так. Пускай дальше сам думает, что делать. Атакует. Ну что, будем его прижучивать. Прижучивать. Знаешь, прижучивать. 434 хп. Давай прижучим его. Вот так вот сделаем. Гуляй, Вася. Так, выползает лабиринтозавр. Ой, как ему сейчас неприятно. Он сейчас будет менять, ребята. Он скажет, ой, блин, что же делать-то? Надо менять. Соответственно, пропускает. О! Ху-ху! Братюнь, спасибо за такой офигенный подгон. Ты в курсе, что ты попал, да? Это было глупо с его стороны. Конечно, шансов у него здесь на победу изначально уже не было, но... Такого, конечно, глупого хода я не ожидал от него. И вот это, ну что, что это? Ну ты серьезно сейчас? Ну ты же видишь, кто у меня идет там следующий. Ладно. Не понимает. Глупенький еще, видимо. Давай, давай, страусенок. Ой-ой-ой. Ой, и полетела тушка. Замечательная была победа. Он еще так прыгает, интересно, как кенгуру. Ну вот, вот она, друзья мои, победа. Так, куда мы с тобой переместимся? С 54-й позиции на 14-ю. Неплохенько. И еще 20 бакинских. Спасибки. Ну что, двигаемся дальше. Берем с тобой нундазуха. Возьмем, блин, ютерануса не хочу тратить. Анкилозавра, наверное, возьму. И, блин, теперь нужен нам хищник один. Ну, пускай будет ютеранус, фиг с ним. Не хотел тратить легенду, но придется. Давай, давай, что там у нас? Кто по противникам сейчас выпадет? Трицераптопс, мод 2. Кто-то спинораптор? Так, два хищника. Против них вот этот нундазук как раз нам и пригодится. Меняем. Так, ну что он будет делать? Брать своих хищников тех. 5 и 8. Ну давай, давай, давай. Атакуешь. Ой, ты какой молодец. Какой ты молодец. А теперь смотри, что я делаю. Чп.
Хлопок, и готово. Просто уничтожил. Ой, какой спин-раптор. 229 к атаке, да? Ну, сливай все. Сливает. Ну, а теперь самое интересное. Поехали. Да-да-да-да-да. Я думаю, ты понял, что я собираюсь сделать. Прощай, роднулька. Это он подписал себе смертный приговор в данный момент. Смотри, что мы делаем с тобой. Раз. Два. Блин, тут три, получается, надо потратить. Раз, два. Три, четыре. Вот так вот. Ну, с этим распрощаемся, короче. Ну, в принципе, и с этим тоже. Сейчас я просто посмотрю, что он будет делать. Ну, давай, не елось там. Все, крышка ему. Все, ему крышка, друзья. Поехали. С разгончика, естественно. Чтоб ему, чтоб посильнее, помощнее ему нанести урона. Прекрасно. И мы переходим с тобой, наверное, в следующую лигу. Да, мы в охотниках. Ну, крутим фигли. Блин. Хотел пак бы получить. Вот, вот это вот, я так понимаю, да? Водные близнецы, это что такое? А, ну тут чисто водных можно, да? Мне вот букулит нужен. А, вот, раз, два, три, тут написано. Троих вот у меня этих нету. Было бы неплохо получить. А главный приз... Вот. Геликус. Прикинь. Какой-то геликус, я такого и не видел даже. Так, ну ладно, продолжаем схватку. Здесь нам что надо сделать? Че, возьму деплотатора, наверное. Сфенокодона и... анкилозавры. Вот такие у нас будут запросики. Так, велоцираптор. Что? О, прекрасно. А Канастега, или кто это там у него выбрал? Ну, ядрен, матрен. Паразавр, прикинь. Паразавр, наверное, мы сделаем вот так вот. Ну, что задумался? Атакуешь, да, все-таки? Все-таки решил атаковать. Давай. Я потерплю. Еще делает. Ну все, теперь, по-моему, пора прощаться с ним, я думаю, да? Хватит нам его ушатать. Конечно, хватит. Так, появляется Акантастега. Ёк-макарёк, ребят, сейчас, по-моему, мне тут влетит по полной программе, если честно. Две атаки ему придется потратить. Сейчас посмотрим, сколько у меня здесь получается по урону. А ему крышка, ребята. Все. А этот, сейчас посмотрим, что у нас из этот из себя представляет. Монолафазавр. Всего лишь 90... А, сколько у него там? 95 к атаке? Слушай, если он меня сейчас уничтожит, а он может это сделать, то этим я не смогу забомбить. Вот это трэш. Как я буду теперь вот этим, вот, скажи мне на милость, бомбить? Как? Давай на дурачка попробуем сыграть. По-моему, нам крышка, ребят.
Это же надо было так тупануть, а? Сам здесь виноват. Не так сделал. Зачем я все туда слил-то, в атаку эту? Хорошо. Тиранозавр. Велоцираптор. И возьмем... ну, аэротитана. Посмотрим. Да, сглупил, конечно, конкретно. Чего? Чего там у него вылезло? Ну этого ладно, этого мы с тобой, например, бомбанем сейчас. Травоядника. Будет менять он на летуна? А смысл ему менять на летуна? Не вижу. Но он все-таки меняет. Меняет на летуна. Я тоже поменяю на летуна. И возьму бонус. Так, ему нужно две атаки потратить, верно получается? О-о-о, наш клиент. Наш клиент, ребята. Все, сфейлил, сейчас... Да, мы его сейчас бомбанем. Причем капитально. Раз, так, у меня 680. Этого будет более чем достаточно. Иди отсюда. Этим ребятам будет тяжело нас пробить. Ой, как тяжело. Игуанодон. Ну что ты там дергаешься-то? На пальчиках ходит, смотри. Молодец. Одобрямс. Теперь лови мою плюху. Раз, два. Раз, раз. И вот так. Чпок. И готово. Так, вызываем следующего. Кто там у тебя? Антарктопельта. Антарктопельта. Фига название. Чем-то напоминает мне черепаху. Какую-то, да? Как черепаха выглядит. Ну все, 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 крышка тебе, парень. Я сразу говорю, тебе здесь уже ничего не поможет. Ни твоей защиты, ничего. Прекрасно. Велоцираптор на высоте. Я думаю, у нас с тобой еще, наверное, на один поединочек останутся. Да, дракончики, динозаврики. 62-я позиция. И что нам выпадет? Выпадает нам мясо. Ну, мясо так мясо. Погнали дальше. Так, возьму, наверное, метриакантозавра. Блин, оно... Так, тихо. Возьму птеродактиля и... пастозуха. Посмотрим, что у нас из этого получится. Наверное, надо было птеродактиля брать первым. Хотя нет, все отлично. Стегозаврик у него там есть. О, с плюшки мы этого чувачка выносим, прикинь. Просто с плюшки. На. Выходит аллозавр. Что ты будешь делать, аллозавр? Скажи мне, пожалуйста, а? Атаковать. Ну что же, тогда и я, с вашего позволения, вас буду атаковать. Так, и выходит у нас кто? Стегозаврик. Естественно, ему придется одну атаку прописать мне. Дедок, я надеюсь, ты в курсе, что делать надо. Правильно делает, шарит. Так, ну а теперь тиранодон. Сколько там у нас? Три атаки нам нужны, да? Он наверняка взял одну защиту. Нет? Ну тогда извиняй. Тогда извиняй, все. Я думал, он возьмет одну защиту себе. Но нет, видимо, хотел
в бонусные очки все это слить. Какое местечко? 39-е. Погнали. Да ёк-макарёк, нет, чтоб... Ну и я так понимаю, у нас последний с тобой поединок на сегодня. Нет, не последний. Нам еще нужно будет в Кайнозойскую эру сходить. И там поиграть. Чтобы выполнить все ежедневки. Твою налево, вот это я попал. У него все травоядники. Твою ж дивизию, что будем делать, ребят? Естественно, менять, пока не поздно. Ну что, хлопчик, давай повеселимся. Что он будет делать? Угу. Тогда поехали вот так сделаем. Две защиты взял. Ха-ха. Слушай, а мне лучше, наверное, взять... Да поменять. Я так и сделаю сейчас. Мы поменяем. Я понял тебя. Хорошая такая плюха была. Так, меняем. И все в бонусы. Ну, что там, трепыхаешься? Не стал ничего делать, да? Ну, тогда придется его ушатать, ребят. Раз, два, три. Это на всякий случай. И вот так. Ну все, пока. А это у нас кто тут выходит? Дейнахейр. Дейнахейр. Ну здравствуй, карапуз. Оу, карапуз. Этот карапуз сейчас, если влепит по полной, то мне хана. А он так и делает. Ну, гад. Так, ну что, две атаки ему будет достаточно, да? Раз, два. Ну, остальное мы с тобой сделаем. Вот так. Какой он безобразный этот чувак. Посмотри. Ну что, опять черепаха эта тортила. Со своими 739 хп. Ну что, ребят, уничтожаем тогда. Поехали. В атаку. На. И победа за нами, ребят. Шикарно. Последний поединочек был шикарен. Жалко, конечно, мы не перешли с тобой на новую лигу. Хотелось, конечно. Почему... Тудзи, сегодня Тудзи мне уже второй раз выпадает. Так, 65 очков доверий. Так, это я закрываю. Здесь мы забираем награды. Куда это меня, не понял я. Так, использовать ускорение. Так, господи, отправьте Оу на этого. Достал уже там греметь, звенеть. Окей. Тут-то что у нас? Это, наверное, Тодзи, да? То, что мы с тобой Тодзи этого получили. Теперь показывают, типа, что вот, у тебя есть Тодзи. А мы... Подожди-ка, велоцираптора же мне нужно было выводить, да? По-моему, там еще одного не хватает. Давай-ка выведем его. Так. А, слушай, ну скалозавра тоже можно было бы, в принципе. А его нет у нас. Тираннозавр. Так, здесь. Это на будущее мы с тобой сделаем. Задел. Анкилозавра надо будет тоже прокачать. Обязательно. Так, ты-то что у нас тут загрустил? На 10 уровень, конечно же, что он будет у нас стоять там. Так, этот скоро прокачается. Так, ты у нас... Насу Тацератопса можно тоже, ребята, соединить.
А этих есть? Есть. Активируем. Так, и почему-то меня сразу куда-то сбрасывают. Куда меня сбрасывают? Это что такое? О, давай там это. Приструни их всех. Так, GS1. И нам нужен будет еще один. Пускай их будет две, чтобы мы могли с собой его прокачать еще дальше здесь. Тодзи. Тодзи, кстати, тоже у нас, ребята, готов прокачаться. Надо еще, да? По идее, парочку бы не помешало. Но места уже нету. Так, да что ж такое-то? Сколько кодов-то у меня тут горит? Вы что, серьезно, что ли, все это? Так, и последние поединки. Это нам нужно идти с тобой в эту, в канозойскую эру, да? В канозойскую эру. Это где у нас там ПВПшка? Поехали. Возьмем вот этого. Возьмем вот этого. И вот этого. Это стандарт у меня просто какой-то. Просто стандарт. Золотой стандарт. По-другому не назвать. Окей. Твою налево, блин. Опять это лиса. Такое ощущение, что я с одними и тем же. Как только захожу вот в КНЗУ скорую, мне одного и того же противника выдают постоянно. Такое ощущение складывается. Ну что, вылупляем сразу же, да, на 200. А, он ходит первым, понял. Музло сразу куда-то убежало от страха. Ну это какой-то сородич носорога. Смотри-ка. Не побоялся атаковать. Ну что же, прощай тогда, лопух ты несчастный. Так, следующий тоже выйдет, да? Салабончик, по идее. Энтеладон. 112 атаки. 112. Пробить не пробьет. А вот если он сейчас ничего не делает, мы его уничтожим. Все, тогда прощай, парень. Ты зря это сделал. Тебе никто не заставлял меня атаковать. Давай, на 400. Почти на 500 ему вылепили. А вот с Эндрюсархом, конечно, будет похуже. Здесь нам, наверное, вот этот поможет, скорее всего, да? Одну атаку потратит, две оставит про запас. Давай, 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 волк. Хоба, хоба. Завалил. Ну, а мы с тобой по полной программе вписываем. Отлично. Даже твои две защиты тебе не помогли. Как-то так. И никак иначе. Присумельца. Блин, я уже хотел обрадоваться. 150 бакинских прилетело. Ну давай еще разочек крутанем и посмотрим, что нам выпадет. 60 очков доверий. Ну ладно, допустим. Так, закрываем, забираем с тобой награду. И нам нужно использовать еще одно ускорение. Ну, ускорение мы можем с тобой сделать. Например, зайти в события. Не имеет значения, кого выбрать. Просто быстренько, вот, например, бесплатно, все. Бесплатно, и забираем с тобой все ежедневные награды. Так, открыть. Поехали. Еда, еда, 35 долларов и флаг мир юрского периода. Такого, по-моему, у меня еще ни разу не было, и 95 очков доверий. Флаг. Это интересно. Разместить. Так, можно мне его куда-нибудь в другое место поставить, если он тем более дает увеличенный бонус? Никак, да? Эх, как бы мне его хотелось куда-нибудь... Блин, ребят, ну... Ай, ни туда, ни сюда. Блин, ни два, ни полтора. Серьезно? Да ну, хорош. Ну, хорош будем прикалываться-то. Ну, давай вот здесь вот поставим. Я думаю, что... Здесь он больше всего захватывает всяких штук.
Окей, флаг. Ну и, в принципе, все, друзья мои. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!